Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Взаимно. Вот. Вот вы сейчас переехали в новую квартиру, да, то есть абсолютно обновленную, абсолютно не похожую на вашу прежнюю. Да? Расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях. Ну, ощущения, в общем, конечно, они такие многозначительные, потому что уровень чувствуется совсем другой. Как будто я к себе, не к себе, в музее или где-то, а там кусочек выставки, там кусочек выставки, там где-то студия одна, где-то другая, все это собрано, все это на мой вкус, который я захотела, обживаемся, но ощущения очень приятные. То есть чувствуешь себя уже, что ты живешь не просто в квартире, в какой-то там, вот просто живешь, а ты живешь красиво. Живешь для себя именно красиво, потому что жизнь-то короткая, и хочется получать максимум удовольствия от нее, включая даже удовольствие от того, что тебя окружает. Там предметы мебели, интерьера, все это вместе складывается в одно единое твое пространство минимальное. Это квартира. Как вы замечательно сказали, вообще какие великолепные слова. А такой вот момент, смотрите. Вы обратились к дизайн-студии, да? То есть, как вы считаете, это было правильное решение? Смогли бы сами? Однозначно, нет, однозначно. Потому что процесс достаточно сложный, достаточно длительный, и без помощи профессионала. Я вообще-то курсы Ешка себе выписала, потому что мне было самой интересно этот процесс, потому что Дима знает, насколько я тесно принимала в этом участие. Я хотела максимально где-то сама, но... Никак без опыта, наработанного годами и вот временем определенным, никак не обойтись. Очень сложно. Помощь громадная, работа проделана большая, большое вам за это спасибо. Вот, поэтому однозначно только помощь дизайн-студии, если хотите сделать уровень какой-то, не просто там тяп-ляп-шарпотреб, вот, а именно какой-то уровень ремонта, обязательно только дизайн-студии обращаться. И хорошо, самый главный вопрос. А вы бы стали студию Диа, студию интерьерного дизайна Диа, рекомендовать своим знакомым? Уже так, что завалены вы будете работой. Да. Покой вам только снится, поэтому всем рекомендую. Очень многие, как раз вот, ну так вот по возрасту наши друзья, они дошли до такого уровня, что они хотят сделать ремонт. Не то чтобы собственноручно как-то там вот, а именно на уровне. Вот. И все мне советуют, все спрашивают. Самим, я говорю, нет. Помощь громадная, и помощь такая, она продуктивная, она на лицо, как говорится, видна. Поэтому рекомендовала и рекомендовать буду. Спасибо большое, Елена. На самом деле, очень приятно было работать с вами. Я считаю, что то, что у нас получилось, это хороший плод совместного труда. Ну, это реально плод, да? Да, да. Все, всего доброго. Спасибо. До свидания.